На плацу отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД Северной Осетии прошло траурное мероприятие, посвященное 7-й годовщине со дня трагической гибели лейтенанта полиции Заура Джибилова. Ранним утром 23 октября 2012 года лейтенант полиции Заур Джибилов дежурил на посту ДПС на административной границе Северной Осетии. Сотрудник дорожно-патрульной службы остановил машину для досмотра. В момент, когда водитель открыл багажник автомобиля, раздался мощный взрыв. Лейтенант Заур Джибилов погиб на месте. Как установили эксперты, преступник пытался провести в Северную Осетию около 40 килограммов тротила в целях совершения терактов на территории республики. Героический поступок молодого полицейского спас сотни жизней дорогих его сердцу земляков. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Зауру Таймуразовичу Джибилову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В памятном мероприятии приняли участие сотрудники и представители руководства силового ведомства. Коллеги адресовали матери Заура Джибилова Залине Березовой теплые слова благодарности за сына, настоящего офицера, подчеркнув, что его подвиг является примером для всех, кто служит в органах внутренних дел. Личный состав госавтоинспекции и участники мероприятия почтили память боевого товарища минутой молчания. Присутствующие возложили к его памятнику, а также монументу, посвященному сотрудникам органов внутренних дел, погибшим в разные годы при исполнении служебного долга, венки и живые цветы. Пока мы помним о героях, их светлые имена живут в наших сердцах.